Это второе крупное конно-спортивное мероприятие на новом ипподроме. Началось оно с парада лошадей. Наездники в черкесках и с национальными флагами в руках на своих скакунах сделали двойной круг по специально подготовленному для скачек пути. Перед самими заездами, а всего их было 5 на этом мероприятии, тренеры тщательно подготавливали своих лошадей к забегу, чтобы придать им презентабельный вид. Каждого красавца-скакуна старательно моют и вычищают от пота и грязи. Как привезли, он вспотел, лошадь. Обязательно перед скачкой лошадь должна быть чистая. Ну, как и люди, то же самое, чтобы без заклеек, чтобы и красиво вышла она на старт. А вот перед самим стартом каждую лошадь еще и прогоняют по разминочной дорожке. Хороший старт, как и финиш, во многом зависит от того, насколько правильно провели разминку для верхового животного. Чтобы ноги не мышцы не растянуло, для сухожилия хорошо, чтобы лошадь разогрелась. Напряженные до предела и рвущиеся, словно бой лошади, срываются с места до такой степени стремительно, что дважды был объявлен фальстарт. И только в третий раз скакуны наконец синхронно стартовали вместе, как и положено по правилам. В первом заезде участвовали 24 лошади. В тяжелой борьбе на дистанции 1500 метров среди двухлеток чистокровной английской породы определился первый победитель. За счет чего взгляд удалось занять первое место? Потому что принял стартовый прием, был хороший. Я разогрел перед скачкой ее нормально. Стартовый прием хороший был. Дали повести скачку, я повел и думаю... Пока веду скачку, надо улаживать коня. Уложил коня, как он захотел бежать, я ему дал, он попросил, я его пустил. Между заездами зрители могли посетить конюшню конноспортивного клуба «Ватан» и не только посмотреть на лошадей, но и погладить животных и даже обнять этих добрых спутников человека. Любовь к этому благородному животному у людей проявляется по-разному. Она успокаивает и душу, и нервы. Когда мне плохо, я учителем работаю. Когда мне плохо, нервы, стресс, я обязательно прихожу сюда. Но они добрые, хорошие, понимают человека. Если тебе грустно, они подойдут, могут тебя развеселить. Посмотреть и потрогать лошадей, увидеть скачки приехали на это мероприятие гости из далекой Индонезии. Амима Уляна в Дагестане уже второй раз. Впечатленный красотами Дагестана и неповторимой здешней атмосферы, на этот раз он решил взять с собой в путешествие и своих друзей. Все они проходят обучение в городах России. Дагестан очень красиво. Мы были в Дербент, мы были в Сильки Каньон, мы тоже были в духовный центр. Да, духовный центр – это самый главный и уникальный градиажный проект для мусульман. Очень интересно. Мы тоже делали Курбан-байрам здесь, в деревне Дилим. Субханаллах, машаллах, Дагестан. Очень нравится. Это первый раз я поехал в Дагестан. И это город очень интересно. И, конечно, это как Индонезия, потому что всегда есть азан. И вот это отлично. Поглядеть на зрелищное представление пришли сотни людей, в основном целыми семьями. В ресторане конного клуба «Ватан» создали все условия, даже для самых маленьких. Детская площадка сегодня была заполнена ребятами. Тут очень хорошо. Тут мне понравилось еще прыгать на батутах. Если бы не было этой площадки, то отдых был бы неполноценным, поэтому это как бы... Много чего решает. Я нашла место для отдыха, реального отдыха. Очень долго искала такое место. Можно посмотреть на мужа, как он скачет, можно посидеть за чашкой чая и посмотреть за своими детками. Отдых полноценный, 100%. Вторые скачки прошли на более длинной дистанции, а именно 2200 метров. Участвовали здесь 19 скакунов. Порода лошадей такая же, только возрастом они немного старше. Каждая из них по 3 года. В упорной борьбе победу одержало верховое животное по кличке Пригожа. У меня, если честно, у меня надежды на нее не было. У нее, когда галоп сделал, очень тяжело дышал. Ну, доволен, конечно, первое место.
Пока лошади готовились к очередному забегу, для гостей звучали патриотические стихи и поучительные нашиды в исполнении известных мастеров сцены. И вот дали старт самому длинному в новой истории этого ипподрома забегу на дистанции 3500 метров. Сейчас проходит третий из пяти забегов мероприятия. В скачках участвуют 19 лошадей английской чистокровной породы. Призовой фонд этих забегов – 100 тысяч рублей. Победителем третьего забега оказалась лошадь под названием «Джихад». В скачках на этом ипподроме она побеждает уже не первый раз. Была какая-то стратегия? Да, была сесть на третий, четвертый, вот так ехать. Как бы сразу не получилось, потому что старт-старта чуть отстал. Вырвался на третьем уже. На этом ипподроме вторая победа у нас подряд. Альхамдуля, прошло удачно, как хотелось. Паркало все. В четвертом забеге участвовали лошади чистокровной арабской и ахалтекинской породы. Пятый заключительный забег состоялся среди иноходцев. Всех победителей и призеров почетные гости наградили кубками, медалями и грамотами. И привезли они с собой свои лучшие наши. Среди гостей был профессор Римского университета, наш соотечественник Джалалдин Сайдбегов. Дагестанец, полжизни проживший за границей, поделился своими впечатлениями об увиденном. Меня радует то, что муфтиат занимается наряду с светской властью, принимает очень активное участие в жизни Дагестана, ее культурном развитии там, и так далее. Организация вот таких очень полезных мероприятий, чтобы молодежь не увлекалась алкоголем, не увлекались там наркотиками и так далее. По словам организаторов, развитие конного спорта в республике важно не только со спортивной точки зрения, но и соответствует древним традициям горного края, где лошади – неотъемлемая часть истории и культуры народов Дагестана. Главная цель – объединить, полюбить спорт, конный спорт, объединить всех, чтобы прийти, хоть отдохнуть, чтобы праздновать этот праздник Курбан-Байрам. И чтобы уже тут есть многие люди, которые давно друг друга не видели, которые здесь собрались, здесь увидели все, начиная с малого до великого. Оказывается, у нас не только мужчины и женщины любят этот спорт. Это говорит о многих женщинах, которые болеют. Как считают наездники, по накалу эмоций сравниться со скачками вряд ли может еще какое-то подобное действо. А для зрителей подобные мероприятия – это прежде всего неиссякаемый источник положительных впечатлений, вдохновляющие и позитивные. Первую скачку посмотрел, очень понравилось. Такие большие скорости, тесная борьба была. Очень зрелищные гонки. Честно говоря, нравится это. Эмоции тоже переполняют. Когда здесь находишься, эмоции переполняют больше. Это не то, как с экрана смотреть. Все почти на равных. Скачки, приятное времяпровождение. Дождемся. Знаете, эмоции взрывают изнутри. Думаешь, этот выиграет, этот выиграет. Понятно. Даже не знаешь. Спасибо огромное всем, кто принимал участие, кто старался, организаторам. Радует, что теперь для развития этого популярного в Дагестане вида спорта в республике появилась новая площадка, которая, судя по нарастающему интересу зрителей, будет привлекать все больше людей к верховой езде. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.